Международная выставка «Форум Россия» демонстрирует страну во всем ее многообразии. Посетители могут прикоснуться к достижениям науки и техники, погрузиться в историю и культуру каждого края, губернии и республики. Свои достижения в различных сферах демонстрирует Самарская область на стенде в павильоне номер 75. 30 ноября на международной выставке «День Самарской области». В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор региона Дмитрий Азаров, а также депутаты и сенаторы федерального парламента, известные спортсмены и деятели культуры, гости форума. На стенде региона представлены многочисленные достижения, которые стали реальными благодаря грамотному использованию важнейших конкурентных преимуществ. Это в первую очередь развитый многоотраслевой промышленный комплекс. Регион развивает и новые сферы производства, такие как беспилотная авиация, глубокая переработка газа. В силу своего уникального географического положения Самарская область обладает высоким транзитным потенциалом, находится на пересечении важнейших торговых коридоров. В регионе строится участок международного транспортного маршрута Европа-Западный Китай, обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу. Прорабатывается вопрос создания крупного портово-логистического хаба. Регион обладает мощным научно-технологическим потенциалом, а также развитой инфраструктурой инновационной деятельности. Для дальнейшего развития этих направлений будет создан международный межвузовский кампус. Самарская область – это еще и один из федеральных центров молодежной политики, сосредоточение молодых талантов, креатива и новых идей. Я горд тем, что представляю свой родной регион на главной выставке страны. Для меня это возможность поделиться успехами и достижениями малой родины перед всей нашей большой, великой и прекрасной Россией. Это, безусловно, особая честь и ответственность. Славная история, богатая культурная жизнь, первозданная природа, гостеприимство жителей Самарской области. И в то же время Самарская область – это многопрофильная экономика, мощная оборонка, развитая инфраструктура и высокая инвестиционная привлекательность. По масштабу экономики, объему валового регионального продукта, качеству жизни Самарская область входит в десятку крупнейших субъектов страны. Занимает третье место по уровню инновационной активности организаций. В рамках деловой программы Дня Самарской области на выставке «Форуме Россия» было подписано соглашение о сотрудничестве между Самарской областью и Республикой Мордовия. Соглашение направлено на сохранение и расширение двухсторонних связей регионов в сфере экономической, научно-технической и культурной деятельности, создание соответствующих условий для укрепления межрегионального сотрудничества, а также обеспечение эффективного взаимодействия, обмена опытом и информационного сотрудничества во всех сферах социально-экономической деятельности. На выставке «Форуме Россия» Самарскую область представляют известные артисты, призеры и победители всемирных и национальных спортивных состязаний, олимпийские чемпионы. Среди них гимнаст Алексей Немов, боксер Олег Саитов, автогонщики Михаил Митяев и Леонид Панфилов, синхронистка Мария Киселева, а также заслуженный артист России Сергей Войтенко, актриса, балерина и народная артистка Илза Лиепа. Андрей Бессонов, Светлана Кудрявцева, «События».